что происходит сейчас. Я не знаю, это какой-то вирус. То, что вы делаете с нами, это что? После Джипси это продолжается до сих пор. Я смотрю. Ну ладно, начнем официальную часть. Творческий вокально-инструментальный коллектив «Катарсис» всех вас приветствует и поздравляет с наступившим 2022 годом. Если вы помните, да, какой у нас был год 21-й, какой год был год кого? Год Бука. Если он к нам повернется задом, то будет полная жопа. Да еще и с такими вот яйцами. Так вот тот год был полная жопа вообще. Есть такое подозрение, что нет ни одного человека на планете, который бы не сказал, боже мой, что это было. Год просто вычеркнут из жизни у всех. А сейчас у нас наступает год, насколько я помню, тигра. Да, рычать будем. Женщины будут царапаться, как обычно они это делают. Но самое главное, что у нас будет и белая, и красная полоса. Никаких черных. Красная, белая полоса. Да, выше буквы, спасибо. Так ну вот, друзья, мы всех вас поздравляем и хотим, чтобы в вашей жизни не было никаких ужасных, кривых, черных полос. Только что была белая, светлая полоса. Чтобы у вас всегда было светлое сердце. Чтобы у вас всегда была улыбка на лице. Ну и чтобы все ваши желания в этом году сбывались. Ну а мы продолжим свое выступление композицией «Кто?»